Нам понадобится оливковое масло. Так, понадобится чуть-чуть соевого соуса. Лаймовый. Понадобится чеснок. Чуть-чуть лимонного сока. Теперь мы это все перемешиваем. Ой, какой аромат. Перец по желанию. Можете добавлять, можете нет. Теперь это можно выпить. Давай. Теперь берем. Итак, у нас есть вот такая заправка. Рецепт увидите на нашем канале. Очень вкусно, особенно к салату.